Сегодня праздники для детей прошли во многих парках, скверах, домах творчества. В хороший летний день предпочтение было отдано открытым площадкам. В парке имени космонавта Николаева в столице республики прошли показательные выступления воспитанников детско-юношеского спортивного клуба «Такуан». Под эгидой клуба юные спортсмены занимаются в различных школах города Чебоксары. В День защиты детей свои навыки продемонстрировали представители 4 команд из 3 общеобразовательных школ столицы. Они красиво и оригинально представили свои команды, синхронно выполнили определенный набор элементов. Даже в таком виде спорта особо оценивались одухотворенность и артистизм. Первое место завоевали каратисты команды «Марвел» средней школы номер 59.